Президент подписал указ об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора. Документ предусматривает ряд инициатив, так в целях ускорения процессов приватизации, повышения привлекательности инвестиционного климата и создания дополнительных удобств для инвесторов. Будет распространен порядок оплаты в рассрочку до 3 лет, применяемый при реализации государственных активов, также на процесс реализации земельных участков не сельскохозяйственного назначения на основе права собственности через аукцион. Все детали раскроют комментарии нашей программы. Стабильность и развитие экономики обусловлены рядом факторов, среди которых важную роль играет частный сектор. Его всесторонняя поддержка открывает широкие перспективы как в формате отдельной программы, так и в контексте государства в целом. Последние несколько лет не просто дали возможность определить нужный в этом направлении курс, но и придали необходимую динамику этому процессу, направленному на решение актуальных задач, в частности, по значительному повышению конкурентоспособности национальной экономики, резкому увеличению объема частных инвестиций и укреплению доверия бизнес-сообществам. На что и направлен указ президента об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора. Среди основных направлений повышения роли частного сектора в обеспечении экономического роста, в частности, использование механизмов приватизации земельных участков не сельскохозяйственного назначения на прозрачной основе, либерализация рынка товаров и услуг, а также формирование здоровой конкурентной среды, отмена льгот, эксклюзивных прав и преимуществ, ускорение трансформации и приватизации предприятий и коммерческих банков с участием государства, стимулирование увеличения качественно новых, в частности основанных на принципах экологического, социального и корпоративного управления, инвестиций и высокоэффективных технологий производства, придание импульса развитию разных сегментов финансового рынка, ускорение привлечения зарубежных инвесторов геолого-разведочным работам, процессам добычи и переработки, предотвращение коррупции путем широкого внедрения современных методов корпоративного управления, включая систему compliance-контроля, обеспечение прозрачности системы закупок. Несомненно, принятие данного указа является своевременным и очень важным механизмом для реализации новой стратегии развития страны на период 2022-2026 года. Безусловно, это меры после их реализации, они обеспечат устойчивый рост экономики, дадут еще больше послаблений и свободы для субъектов бизнеса и частного сектора, усилят правовые гарантии их деятельности, устранят существующие монополии и эксклюзивные права, которые мешают развитию конкуренции. И все это, естественно, позитивно и очень положительно повлияет на благосостояние нашего народа. В целях ускорения процесса приватизации, повышения привлекательности инвестиционного климата и создания дополнительных удобств для инвесторов предусматривается распространить порядок оплаты в рассрочку до 3 лет, применяемый при реализации государственных активов, также на процесс реализации земельных участков не сельскохозяйственного назначения на основе права собственности через аукцион. Тем покупателям, которые покупают земельные участки и государственные активы в рассрочку, если первоначальный взнос составит не менее 35% от установленной стоимости, то им передается право передачи их в залог в качестве кредитного обеспечения. С 1 мая этого года гражданам зарубежных государств предоставляется право внесения инвестиций в форме приобретения строящихся новых ниже следующих объектов недвижимости и имущества, за исключением земельных участков, перечень которых утверждается Кабинетом министров без истребования вида на жительство в Республике Узбекистан. В Ташкентской области, городах Ташкенте и Самарканде объектов недвижимого имущества, стоимость которых в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента 150 тысяч долларов США. Объектов недвижимого имущества, принятых в эксплуатацию, стоимостью не менее эквивалента 180 тысяч долларов США. В других регионах объектам недвижимого имущества, стоимость которых в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента 70 тысяч долларов США. Объектов недвижимого имущества, принятых в эксплуатацию, стоимостью не менее эквивалента 80 тысяч долларов США. Помимо этого, в Ташкенте и в Ташкентской области для приобретения право вида на жительство в стране стоимость приобретаемого имущества снижается с 4 тысяч долларов до 300 тысяч долларов США. Имеются требования для инвесторов приходить к брокеру и лично подписывать договора для того, чтобы открыть депо-счета. Но до конца года создается возможность инвесторам открывать депо-счета без непосредственного участия. Все эти меры направлены на
повышение инвестиционной привлекательности страны и расширение возможностей иностранных инвесторов. В плане дальнейшего улучшения конкурентной среды в экономике и сокращения бюрократических барьеров для частного сектора речь и о непризнании в качестве занимающего доминирующее положение на товарном или финансовом рынке и неприменении антимонопольных мер к юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, либо группе лиц, за исключением субъектов естественных монополий, участников государственных закупок и биржевых торгов, а также хозяйствующих субъектов, цена продукции которых регулируется государством, выручка от реализации товаров, услуг, которые за последний календарный год не превышает 10-тысячного размера базовой расчетной величины. Применение с 1 сентября этого года финансовых санкций к хозяйствующим субъектам, совершившим антиконкурентные действия. Месячный срок предусматривается внести в Законодательную палату Олимаджлиса проект закона о конкуренции в новой редакции. В первую очередь государственные органы на сегодняшний день остаются главным фактором сдерживания развития конкуренции на товарных финансовых рынках и свободному обеспечению входа частного сектора на эти рынки. В связи с этим существенно усиливается как ответственность за нарушение законодательства конкуренции, так и административная ответственность за любые действия по блокированию свободного передвижения товаров и услуг на территории Республики Узбекистан со стороны госорганов. С 1 января будущего года будет внедрен индекс развития конкуренции. Этот индекс будет рассчитываться ежегодно, и он будет оценивать такие факторы, как созданные инфраструктурные условия для бизнеса, состояние административной нагрузки. Это наличие обременяющих разрешительных процедур, бюрократии, волокиты, также состояние условий транспортировки товаров для бизнеса и множество подобных индикаторов. С 1 мая 2022 ставки налога на доходы физических лиц по доходам, получаемым физическими лицами, нерезидентами из источников Республики Узбекистан, за исключением дивидендов, процентов и доходов от фрахта, устанавливаются в размере 12%. Так, например, если в прошлом году нерезидентами были уплачены порядка 170 миллиардов сумм налога, то при результате принятых решений в их распоряжении остается порядка 68 миллиардов сумм. Это позволит повысить привлекательность страны для иностранных граждан, которые получают доходы от источников в нашей стране. В целях создания равных условий для всех субъектов предпринимательства отменяются налоговые таможенные льготы по приобретаемым товарам и услугам за счет средств международных финансовых институтов, а также иностранных правительственных иностранных организаций. Это позволит повысить заинтересованность коммерческих банков выдавать кредитные средства за счет собственных средств. А до 1 августа с привлечением Международного инвестиционного банка и консультантов на местном фондовом рынке будет обеспечено публичное размещение до 10% пакета акций акционерного общества УЗ Авто Моторс и разработана стратегия реализации стратегическим инвесторам остальной доли данного предприятия и акционерного общества УЗ Авто Моторс Пауэртрейн, общество с ограниченной ответственностью Самарканд Автомобильзаводы. Также среди обозначенных в указе задач получение международного кредитного рейтинга акционерного общества Национальной электрической сети Узбекистана до конца 2023 года, акционерного общества Устрансгаз до конца 2024 года. Отраслевые министерства и ведомства не всегда действуют во имя развития конкуренции. Мы это должны признать. Поэтому, изучив передовой опыт, в первую очередь это опыт Германии, Великобритании, предусмотрено создание так называемого института независимых рыночных регуляторов, который в координации с антимонопольным органом будут принимать меры по развитию конкуренции и защите прав потребителей на конкретных рынках и конкретных отраслях. Например, в первую очередь это связанные с инфраструктурой и естественными монополиями. То есть это, например, энергетика, это железные дороги и так далее. В указе также обращается внимание на трансформацию государственных предприятий с упором на зеленое развитие, на зеленую экономику. Международные инвесторы сейчас обращают внимание на насколько компания является экологически устойчивой. В то же время есть это связано с международной торговлей, то есть уже или если мы будем смотреть на вкусы европейского потребителя или на глобального потребителя, то они делают упор именно на экологическую устойчивость их товаров и услуг, конечно, тоже.
Кстати, с точки зрения это имеет большое значение. И именно то, что мы начинаем трансформацию с сегодняшнего дня, то есть указ именно педалирует на этот вопрос, то есть усиливает это, имеет большое значение для нашей конкурентоспособности в среднесрочной перспективе. С 1 июля этого года внедряется единая политика стимулирования деятельности членов наблюдательного совета и оплаты труда членов исполнительного органа предприятий с участием государства. В целях повышения эффективности и ответственности деятельности руководителей исполнительного органа предприятий с госучастием указом предусматривается, что назначенные на должность руководителя исполнительного органа предприятия с госучастием лица могут быть назначены на данную должность не более 2 сроков подряд. Также предусматривается при наблюдательных советах предприятия с госучастием создание ряда комитетов. То есть это комитеты по стратегии и инвестициям, комитет по аудиту, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по предотвращению коррупции и этики. Создание данных комитетов позволит определить четкие задачи, поставленные перед членом НАБ-советов, и вести постоянный контроль за деятельностью исполнительного органа, исходя из возложенных на них задач. Утверждается план дополнительных мер по повышению роли частного сектора в улучшении предпринимательской среды и обеспечении экономического роста. Все эти мероприятия, которые предусмотрены в указе президента, направлены на ускорение приватизационных процессов, трансформации отраслевых предприятий, а также улучшение эффективности работ и привлечение новых частных игроков в те рынки, которые они осуществляют свою деятельность. Таким образом, обозначен глубоко продуманный комплекс мер, направленный в частности на сокращение бедности в 2 раза путем достижения инклюзивного и стабильного экономического роста, обеспечения конкуренции в экономике, создания равных условий субъектам предпринимательства, ускорения полноценного перехода на рыночные отношения.